место на турнире «Доблесть и честь» 2016 года, в пятом юбилейном турнире. Номинация «Любители», то есть новички, не занимавшие еще призовых мест в своей фехтовальной карьере. И сражаются у нас с белым крестом на щите в червлевом поле Севлюгин Михаил, клуб «Белый крест». И против него сражается боец с черным щитом, без каких-то героических знаков, представитель клуба «Мальтийский крест» Власов Всеволод. Поддержим бойцов, зрители! Идем!